Перефинцы отвечают. Бурдасов. Один на один. Макаров. Андрей Макаров. Вот так вот за минуту, практически даже меньше, 30 секунд прошло между двумя моментами. И команды обменялись. А вот теперь уфимцы забивают шайбу. Нефтехимик отступает. Ну, слово сказать, Антон Бурдасов главный голеадор уфимской команды. В текущем сезоне он настрелял уже 12 шайб в ворота соперников. И теперь вот это 13-е. Сиренович Станислав Гаев, номер 94, Лилу Самуповка, номер 67, шайбу забросил Павел Коридов, номер 2. За драку большим штрафом наказан Станислав Гареев, номер 94, команда Салават Юлаев. За удар соперника в голову большим штрафом и дисциплинарным до конца игры штрафом наказан Эдуард Гиматов, номер 8, команда Салават Юлаев.